вас что происходит, да, частенько, вы либо назад просто тупо бежите, да, бывает такое, либо просто в сторону уходите. Но что сейчас я вам предлагаю? Первый номер, это я его дергаю. Дергаю, он начинает взрываться. Что я делаю? Я ставлю на первый удар блок, да? Неважно, второй будет правый, там, левый боковой. Только сейчас будем бить прямые, боковые, понятно? И нижние. Мы делаем под второй удар, соответственно, нырочек. Это может быть как правый удар, да? Раз, ушли. Тем самым мы, соответственно, остановили его атаку и начинаем контратаковать. Вот пошел у вас, да, правый. Вынырнули и подобрали его. Либо вы можете пропустить два первых удара, да? Я его дергаю, пошел там. Бам-бам. На третий я уже выхожу, подхватываю. И вот так вот работаем. Я его вызываю на себя. Дергаю, жду его, жду. Оп, бам-бам, оп, бам-бам. Подобрал, опять. Я его дергаю, жду его. Оп, оп, бам-бам-бам. Подобрал. Да, обязательно. Почему такой вариант тоже, ну, такому варианту имеет место быть? Потому что, когда вы уходите в сторону, вы в поле зрения, правильно? Он видит вас. Уходите назад, он видит. А когда вы здесь вроде были, первые два удара, а на третий вы ушли вниз и сами подобрали, это уже, соответственно, немножко ошарашит его. Понятно? То есть первый номер я вызываю, второй номер прям летит на меня, прям серия. Ба-ба-ба, оп, ба-ба-бам. Взорвался. Понятно? Пробуем. Работаем!